Передной салат из рыбы. Селедка. Селедочка под водочку, ну или под самогоночку. Разделывается на фильешке селедка. Можно копченую, какая есть. Можно соленую. Кости убираются, нарезается ломтиками. Все это в миску. Нарезается лучок. Делается очень быстро. Его хорошо на природу брать. Закуска обалденная. Лучок туда же, селедочки. Берем банку горошка, обыкновенно консервированного. Туда же. Масло подсолнечное. Можно запаха, можно без запаха. У меня запаха, мне нравится запах. 50 миллилитров заливается, перемешивается хорошенько. Чтоб лук весь разошелся, чтобы тоненькими пластинками был. Все, приятного аппетита! Всех с праздником! Можно идти закусывать.